первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина приняла участие в традиционной новогодней акции «Елка желаний». Вместе с одинцовскими депутатами от «Единой России» парламентарий навестила 7-летнюю Дашу из Одинцова. Девочке вручили ее заветный подарок – набор детской мебели. Всероссийская акция «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» призвана осуществить перед новогодними праздниками мечты ребят с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей из малообеспеченных семей. Акция проходит уже в пятый раз.